праздника Масленицы, дорогие земляки, дорогие мои родные. Владыченька, благословите спеть во славу Божью. Я благодарна Владыченьке за приглашение, все такая радость, и ждешь этой радости весь год. И что вам хочу сказать? Вот первая моя песня, я хочу поклониться этой песне каналу «Союз», чтобы вы знали, как этот канал любят по всей России. Этой весной, вы знаете, что у Русской Православной Церкви есть 9 стран Латинской Америки, где есть православные приходы. И меня приглашает все эти страны Латинской Америки, православный митрополит Игнатий, на фестиваль, который называется «Матушка Русь». Я говорю, откуда вы узнали мою песню? А мы смотрим канал «Союз». Так что я низкий поклон каналу «Союз», потому что он такие хорошие песни по всему миру православному изливает. Спасибо. Итак, «Матушка Русь». Изгибы куполов и часто бездорожно, и телу не спастись, а в душе еще возможно, и колоколенки свеча пронзает небо, и вот пора уже начать уборку хлеба. Матушка Русь, ты любовь не отрада, Матушка Русь, нам другой не надо. Матушка Русь, есть на всю воля Божья, я не боюсь твоего бездорожья. Однажды на свету увидишь ты сияние, познаешь красоту и слезы покаяния, а Богом данный крест, когда несут, не плачут, уж коли что дано. Да все кресты погоста, да звон колоколов, все до боли просто, так что ж тут понимать, так в чем тут разбираться или Христова здоровья.
ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз. Купол церковной обители яркой травою зарос. Тина теперь до болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Школа моя деревянная, время придет уезжать. Речка за мною туманная будет бежать и бежать. С каждой сбою и тучью, с громом готовым упасть. Чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Тихая моя родина и велика Соловьи, мать моя здесь похоронена, в детские годы мои. Где тот погост? Вы не видели, сам я найти не смогу. Не тихо ответили жители, это на поэт Иван Никитин написал удивительную песню, созвучную всякой душе. Называется она «Снег идет по Божьей воле». Иван Никитин. Печальным звоном долгим.
прощальный. Прогреми над сердцем сонный, безнадежно, без печальный. Может быть, оно проснется. Содрогнется на мгновенье, на мгновенье. На мгновенье, на такая удивительная песня у Николая Рубцова «В горнице моей». И вот первый вариант ее, вы его, наверное, не слышали, я вам сейчас исполню, потому что в то время он был написан в 68-м году и не был утвержден цензурой. Но он удивителен, он о той крестной силе пасхальной России. Послушайте его, пожалуйста, вот этот новый настоящий текст «В горнице моей». Пасхальных сел.
тряхнем пёр. Эй, капитан, меня первым прими на борт. Плыть, плыть, плыть мимо мобильных плит, мимо церковных рам, мимо семейных драм. И думать лень, звезды на небе ночь, солнце на небе день. Плыть, плыть, плыть мимо могильных плит, мимо церковных храм, мимо семейных храм. Мне, не зажигай огня, весть передай родне и посети меня, где я зарыт, спроси жителей дальних мест. Каждому на Руси памятник добрый крест. Дорогие отцы, братья и сестры, сейчас я представляю инструментальное соло квартета «Урал», и хочу сказать, что эти удивительные музыканты всегда со мной, когда я на родине, и последняя наша встреча была этим летом на 25-летие перемещения мощей святого праведного Симеона Верхотурского, там в Верхотурье. Мы пели прямо после литургии на ступеньках храма. Навсегда я запомню этот концерт. Спасибо моим друзьям, которые всегда со мной. Квартет «Урал», академические музыканты самого высочайшего класса. Thank you.
Ой, спасибо, какая красота, весна ко мне пришла. Спасибо, Машка. Спасибо, сестра.